Август богат праздниками, спасами. Слово «спас» означает «спаситель» или «Иисус Христос». В честь него назвали летние торжества, которые традиционно празднуют православные христиане. Первый из них – 14 августа – праздник в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Его в народе называют «Медовым Спасом». Этот день – начало Успенского поста. Он установлен в преддверии Успения Пресвятой Богородицы. На божественной литургии побывала наша съемочная группа. Первый спас, медовый спас, маковей. И это далеко не все народные названия торжества, которые приходятся на 14 августа. Но в церковном православном календаре не существует такого праздника, как медовый спас. В этот день Святая Церковь отмечает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Главный праздник этого дня – изнесение честных древ животворящего креста Господня. Он был установлен еще в IX веке в Константинополе. По преданию, 14 августа крестился равноапостольный князь Владимир, а еще с него и начинается Успенский пост. По строгости он не уступает великому. В это время, к концу лета, начинались уже сильные эпидемии, болезни. Тогда, конечно, медицина была послабее. И вот для поддержания и морального, и физического, так как мы верим, что по вере людей Господь дает им исцеление, на середину храма выносился вот этот останки честного древа креста Господня. И затем их проносили по всему городу, желающие могли поклониться, попросить у Бога помощи, исцеления, и вот эти исцеления и происходили, как говорит нам история. Существует еще одно название праздника – Маковей. В народе говорят «маковый спас». За богослужением в храмах вспоминают семерых братьев-мучеников Маковеев с их матерью Соломией. Они, можно сказать, явились прообразом мучеников за Христа, так как претерпели они свое еще мучение до рождения Христа, когда Иудея была захвачена греками, они склоняли иудеев отречься от единого Бога и стать язычниками. И поднимались там неоднократно и народные восстания, революции, если так можно назвать современным языком. И вот одни из таких революционеров были братья Маковеи, которые в том числе выступали не только за независимость иудеев, но в том числе за свою веру. Медовый спас – это еще и потому, что после божественной литургии принято освящать мед, который начинают собирать в середине августа. С этого дня полезное лакомство нового сбора благоставляют для вкушения.